What's up, guys? Новый выпуск. В этом выпуске мы попробуем сделать сальто вперед на максимальную высоту. А теперь быстро обрисую суть. Каждый свой следующий прыжок мы будем добавлять один мат. Один мат примерно 7 сантиметров. То есть можете посчитать самостоятельно. Ну и на этом все, в принципе. Погнали! Потом кто залетел. Ты уже просто перелетаешь его, да? Он уже просто перелетает. Что это вы делаете? Прыгаем переднее. Хорош, хорош, высоко, но медленно. Как обычно, у тебя все как обычно. Сразу высоко к Мишку, Игорь. Ну, это понятно. Все как обычно. Игорь опять побеждает всех. В смысле я побеждаю? Я не умею прыгать, у меня рука в переднем. А тебе не нужна рука в переднем? Здесь 43 сантиметра. Чувак, у тебя не ниже совсем. Ну, блин, я, конечно, не видел, как я прыгаю, но мне кажется, что не ниже, да. Хорош. Кто? Куб? Давай куб. Давай куб поставим. Он высокий. Ой, Игорь, у меня там метр. Надо померить. И 70. 70 сантиметров. На самом деле. Ну даже не чувствуется, да? Просто как бы не замечаем даже еще. Там, по-моему? Слишком легко для тебя. Давай сверху деревянный кубик поставим. И на него. Время тяжелой артиллерии. Я думаю, что мы сейчас вытащим вот эту здоровую фигню. Я не знаю. Я не залечу на него вертикально. Но я буду снимать вас. У меня как бы такой умный контент, не можешь сам попросить другого. А здесь 98. Да, 98. Нет, просто 90 метров. Как и предполагалось. Да, отвались. Просто хочу измерить сразу. И тут примерно 119. Сколько? 119. Ну 120, да? Ну 120, да. 120. Ну офигеть! Давай, ты из нашей команды. Come on! Покажи жар. Спасибо, Владик. Поехали. Дай жару. Изи. Хорош! Тачка. Камон. Ну чё, почему? Вот я вот, да. Я думаю, что 120 сантиметров это наша максимальная высота. Ну, может быть, еще плюс-минус 10 сантиметров, но мы решили остановиться на этом. Может быть, в следующий раз сделаем больше. Может быть, нет, но мы будем пробовать и стараться. Всем спасибо за просмотр, всем пока.